С помощью вот этих вот приборов, инструментов мы производим замеры освещенности рабочих участков, уровень шума на рабочих участках. Также замеряем загазованность на рабочих участках. Если есть какие-то отклонения от этих норм, мы сразу даем рекомендации руководителям участков, чтобы они приняли дополнительные меры. Шесть семь минут у нас на общий сбор идет. И за 6-7 минут мы собираемся и уже наготове, как говорится. Почти есть все необходимые оборудования, которые используем при аварийной ситуации. Чрезвычайная ситуация может произойти в каждом отделе. И в каждом отделе должен быть человек, знающий, который может оказать первую помощь. Это самое главное, это первая помощь. На производстве есть политика компании, согласно которой мы должны во всех объектах компании, нашей компании, придерживаться соблюдения использования средств индивидуальной защиты. Основными средствами индивидуальной защиты у нас является каска, которая защита головы. Также применяется специальная обувь, ботинки, имеющие стальной носок, то есть safety boots. И, соответственно, средства защиты глаз – это специальные очки, которые в любой момент могут защитить на производстве. Если работники нашей компании игнорируют ношение средств индивидуальной защиты, им применяются особые меры наказания в виде дисциплинарных видов наказания. Если он в дальнейшем также игнорирует ношение индивидуальной защиты, данный сотрудник увольняется. Пристегиваем ремни безопасности перед заводкой автомашины. Это служит для безопасности вождения. Завели машину, включаем фары, так как у нас по правилам безопасности на руднике мы должны всегда ездить с включенными фарами. Включаем мигалку. В дальнейшем, перед тем, как выехать с места парковки, мы должны дать два сигнала. Двойной сигнал дает право на движение вперед. Три сигнала дает право движения назад. Вот написано, знак стоит 40 км в час. Мы едем 40 км в час. Превышает будет, там security есть, стоит, там радар есть, проверяет, насколько едет он. Знаки не починает, сразу остановит. Сразу напишет протокол. Техника безопасности в первую очередь, и не существует такой работы, которая могла бы быть сделана с нарушением техники безопасности, поэтому в первую очередь любой сотрудник на любом рабочем месте, он об этом помнит и он этим руководствуется.